Сегодня в департаменте финансов проходит День открытых дверей. На данном мероприятии мы пригласили учащихся высших учебных заведений города Вологды. Такое мероприятие департамент финансов проводит уже ежегодно, несколько лет. И, конечно, не случайно именно в первых числах сентября проводятся такие мероприятия, поскольку 8 сентября отмечается День финансиста. Данный праздник учрежден указом президента Российской Федерации уже 3 года, и поэтому в рамках данного мероприятия проводится всероссийская акция финансовой грамотности. И такие мероприятия мы проводим тоже в Вологодской области. Поэтому сегодня наша встреча не случайна. Мы сегодня хотим на нашем мероприятии рассказать учащимся высших учебных заведений о департаменте финансов, о его структурных подразделениях, о направлениях деятельности департамента финансов. И, конечно, хотим, чтобы вот эти знания помогли нашим учащимся в дальнейшей жизни. Во-первых, определиться с профессиональной деятельностью. И, конечно, очень бы хотели, чтобы среди учащихся сегодняшнего мероприятия были наши уже специалисты департамента финансов, поэтому мы их приглашаем на практику, а в дальнейшем приглашаем на работу в департамент финансов. Ну и, конечно, вторая сторона – это мы хотим, чтобы сегодня учащиеся были грамотными людьми, чтобы знания о финансовом рынке, о бюджете способствовали тому, что уже они смогли сами прививать культуру платить налоги, культуру считать бюджет, семейный бюджет, личный бюджет, умели правильно ориентироваться в жизни. Такие мероприятия проводятся не только в департаменте финансов. Мы сегодня проводим мероприятия по всей области, и финансисты наших муниципальных образований выходят в учебные заведения, в школы, рассказывают ребятам в школах о бюджетах, рассказывают, что такое бюджет, он как формируется, куда идут налоги, на какие мероприятия направляются деньги налогоплательщиков. Помимо школ, в учебные заведения, средние и высшие учебные заведения. Поэтому я думаю, что такое мероприятие будет способствовать, в принципе, повышению финансовой культуры всего населения Вологодской области. Мы рады, что департамент практически ежегодно нас приглашает. Очень интересно стало участие и в творческих конкурсах работ. Студенты у нас откликнулись очень инициативно, по самым разнообразным направлениям представили свои работы. И, конечно, мы сегодня ожидаем от встречи с руководством департамента информации о тех возможностях, которые даются молодежи, будущим выпускникам финансовых специальностей для профессионального роста. Я учусь в Вологодском государственном университете на кафедре финансов и кредитов. Проходила здесь практику в департаменте финансов по Вологодской области. Мне очень понравилось, но знаю, что сюда, чтобы поступить, нужно много навыков, умений, правильно говорить. Для этого нужно изучить нормативно-правовые акты, также нужно хорошо учиться, проявлять инициативу. Я считаю, что это мероприятие очень полезно будет для меня.